Друзья, на самом деле я очень давно думал продолжение татуировки. Вот, мой мастер в раздумьях, что же будет дальше. А вот моя девушка особо не думала, она сразу вот такие вот эскизики сделала. Под венами там. Есть что сказать? Под венами там, все натурально. То есть она по моему рисунку сделала. Говорит, что это вены. Уже было. Просто я видела слоник, собачка. На штанге 35 килограмм, самой Настеньке максимум килограмм 50. Вот смотрите, как четко соблюдается угол. Спину не заваливай, держи прямее. Что ж, друзья, с самого первого дня мы с Настенькой начали заниматься, приводить себя в форму. Ух ты, какие мускулы. Где там мускулы? Вот. Следите за нами. И когда мы тренируемся, Настенька забывает о том, что я ее парень. Потому что я ее тренер, очень строгий. Я не могу держаться. Что ты там делаешь? Копаю. Халтуришь? Да не халтурю, просто сложно. Ух ты, ух ты. Тренер Каптер, я передаю тебе привет. Мы также тренируемся. Конечно же, я не миллионы телезрителей тренирую, только себя и свою девушку. Но хочу заявить, что мы будем самой спортивной парой. Принимаю вызов, понял? Сделали 4 подхода приседаний по 15 раз до острого угла, даже чуть ниже. Теперь делаем выпады на возвышенность. Вот. Вес сравнительно невысокий, но тем не менее выжигание чувствуется в ягодицах. Это же просто райское место для тренировок. Типа даже не чувствую. Ну и заканчиваем мы тренировку прессом. Делай. Так, хорошо. Хорошо. Довольно-таки сложное упражнение, считается базовым. Вис на перекладине, до 90 градусов поднимаем. По возможности можно на прямых ногах, если у вас получается. Ну, для девочек это довольно-таки сложное упражнение, повторяюсь. И хочу сказать вам кое-что очень-очень важное. Неважно, качок вы или дрищ. Главное, что не дрищ. Цеешь. То есть нормально, по-твоему, да? Цеешь. Ну, сам хотел. То есть это нормально. Вот пришел такой, да? Ну, ты не хочешь идти, да вот. Будешь спать со мной, если хочешь. Хочешь. Вот какой наглец. Цеешь. Цеешь. Цеешь.